А я приглашаю сюда нашего следующего спикера. Это Дмитрий Першин, генеральный директор Здравствуйте, компании коллеги. Smart Player. Будем. Добрый Да. день, Дмитрий. Прекрасно. Это прекрасно. Мы вас Ну, меня слышим, тоже, как видим, предыдущему спикеру, было подтверждаю. бы зорно, учитывая, что мы занимаемся разработкой программного обеспечения для управления миром уже в 21 стране мира представлены. Соответственно, будем представлены на выставках Астана, Алмата и Ташкент. Будут у нас стенды, соответственно, совместно с нашими дистрибьюторами. В Астане и в Алмате это Alvin Distributions. В Ташкенте это компания SensorM. Соответственно, на наших стендах вы увидите весь спектр наших решений. Это как там будут интерактивные дисплеи, на которых можно будет поиграться с различным интерактивным контентом. Там будет видеостенный либо LED-экран, в зависимости от выставки, где мы будем показывать масштабируемость нашего решения. И будут отдельно стоящие профессиональные панели, мини-ПК на операционных системах Linux и Windows. То есть то, к чему я подвожу. То есть наша система Smart Player, она предназначена для управления контентом, будь то это какая-то точка продаж, будь то это какой-то выставочный центр, то есть то, где требуется централизованное управление медийными устройствами, медийным контентом. Мы являемся кроссплатформенным решением, то есть мы работаем на всем, что сейчас есть в Digital Signage, в принципе, да, то есть это Samsung, LG, EWS, Samsung, Tizen, SSP, Orsay, Windows, Linux, Android. Мы даже работаем на вражеских, условно вражеских, решениях, таких как BrightSign. Вот, соответственно, будем рады увидеть вас на наших стендах, где вы сможете посмотреть, что мы предлагаем, что мы показываем. Компания в Казахстане и Узбекистане активно развивается на рынке. Мы стоим в больших проектах. Со всеми нашими решениями познакомим вас с большим удовольствием. Спасибо большое. Довольно быстрая сжатая презентация. Скажите, пожалуйста, на какую-нибудь премию, о которой я рассказывал в начале, нет ли у вас планов Ну, мы, податься с наверное, не вашим будем в решением? этот раз как спикеры участвовать, да, ну, то есть само решение мы попробуем податься, да, то есть решение, на самом деле, для нашего региона, ну, то есть оно отсюда, да, то есть компания Smart Player, это местная компания, соответственно, мы можем сказать, что наше решение, оно и мирового уровня, мирового класса, которое, то есть уровня наших европейских конкурентов и коллег мы дошли, то есть есть функциональность, которой нет даже у них. С удовольствием это покажем и, наверное, поучаствуем в этих премиях. Обязательно, конечно, потому что в премиях, как я уже говорил, у нас есть премия The Best of AV Focus, это премия именно продуктов. Дальше есть открытый турнир проектов, куда подаются кейсы, и непосредственно турнир спикеров, который не является турниром спикеров, просто по результатам реакции зрителей. Уважаемые зрители, напоминаю, не забываем поддерживать Спасибо, спикеров спасибо. огонечками. Давайте Да. проявим активность Как Александр и сказал, будем презентация нажимать достаточно сжатая у огонечки. меня, да, то есть я считаю, что лучше показать Лас-Вегас на месте, тем более, что мы Конечно. специалисты делать Лас-Вегас. И разумеется. Это крупные сети продаж, такие как Magnum, Корзинка, Билайн, Kcell, подтвердят, которые являются нашими клиентами. Вы можете зайти, посмотреть. Всегда будем рады вас на наших стендах видеть совместно с нашими дистрибьюторами. Ну, давайте еще раз финализирую ваше Мы будем выступление. представлены в В Алмате, каких да, мы городах будем представлены в вы Алмате и в участвуете и Астане совместно с приглашаете? нашим дистрибьютором Alvin Distributions. И, соответственно, в городе Ташкент мы тоже будем представлены совместно с нашим дистрибьютором компании SensorM. То есть там будет такой кроссплатформенный стенд, который предоставляют наши дистрибьюторы, где вы сможете пощупать нашу систему, посмотреть, как она работает. Мы все представим. То есть все, кто будет на этих стендах, у всех технический бэкграунд, соответственно, мы можем ответить на любые ваши вопросы, вот, показать наши проекты. С удовольствием будем видеть вас там. Ну что ж, Дмитрий, спасибо большое. Спасибо большое. До встречи на веб-фокусах в Казахстане и Ташкенте.